Хейо, гайз, с вами Шумики, и с вероятностью 90%, что это у нас последняя серия. Короче, что нам нужно? Оказывается, я нашел тот пьедестал, куда можно было всунуть карту, но это не то. Нам нужно повредить Слюпа. Кажется, я где-то это уже видел, такую каменную плиту. По-моему, это фрагмент каменной карты. Легенда гласит, что на ней отмечен несметный богатство. Советую наведаться в старинные развалины. Вдруг правда говорят? Я отмечу на карте, так, в принципе, 5-9. Не хочу, ладно. Хорошо, как-нибудь в другой раз. Каменная карта. В принципе, я вот не понимаю, там где видели, показано, что 100%. Но так как мы сюда, вот в эту херню заходили, да, вот это, святилище. Там, получается, лежит, ну как, путь лежит у нас вверх, но туда нельзя попасть. Может быть, это будущее DLC или еще что-то с ним связано, я не знаю. Если что, я вот здесь, короче, нашел осколок маны. А, каменная карта. Слуг разведен. Чтобы вставить фрагмент. Так, на вашей карте отмечены все секреты. Ты мне, я тебе. Задание. В смысле, ты мне, я тебе. Что значит все секреты? А, вон в каком плане все секреты. То есть, я теперь вижу все-все. Ну ладно, этим мы не будем собирать сферы. А вот камушки можно собрать, ребят. А, сколько их тут? Довольно немало, я вам скажу. Давайте, ладненько, быстренько пособираем, потом сходим в локацию. Но здесь не так долго, потому что нам, в принципе, нужно только телепорт использовать. Немножко пробежаться, но вы знаете, с моей скоростью передвижения это будет довольно быстро. Так, стопэ. Это хоть оно? Да, наверх, правильно. Ауч. А, точно, тут же этот есть. Хребет, который мы еще не ломали. Хотя у нас была эта возможность. Так, горликовая рота. Полетели далее. Поблизости что у нас есть? Ага. Помчали. Ну, заметьте, что нам даже карты не нужно покупать. Что у нас теперь просто все отмечено. Так, просто... Ага. А как туда попасть? Вопрос. Ладно, придется все-таки осколочек использовать секретов. А так я же его подбирал, блин. На первом прохождении, оказывается. Мы же его собирали, черт. Вот я дурень. А я забыл на повторном прохождении это сделать. Ну, чисто 100% я не уверен, что я хочу делать, потому что это нужно все ну, типа, сферы собирать. А это утомительно. Я соберу вот фрагменты жизни и все-таки. Все такое, все такие, все такое. Вон, видите, типа на задниках видно, как карта прогружается.
А я что, в этой воде не был? А, я сюда не заплывал. Добро. Это долгий процесс. Вот камушки, да, я пособираю. Ну и в принципе тогда как-то так. В принципе, да, как-то так. А, я думал, что это за место, куда я не мог попасть, а там же это была сова, которая мне мешала пройти. Вон она чё. Так, сразу меняем на урон. И пусть мир откликнулся ей добротой. Все ж сердце ее было сковано тьмой. А теперь мы можем отправиться туда, где мы раньше были, но не смогли попасть. Блуждающий огонек. Че, отправляемся, ребят? Плачущая гряда. Так, пока не нас жал. Вон оно как. А, да ладно. Ни хера, что они могут. Гамюк. Ударил меня все-таки. У меня хп мало, у меня маны много. Я успел. Это чё? Я понял, что это. О, да ладно. Нихера себе. Да нихера себе. Это знаете, как наземные мины. Вот, вот что это. Это мины. Тут дерево способности еще есть.
Спуск. Вы освоили новое умение. Притяжение. Так, привяжите его к кнопке и удержите. Используйте его, чтобы выпускать себе в любое направление. Вон оно чё. Вон оно как. Ладно, а если тогда... Тогда лучше секретку поставить. Чтобы она секреты показывала. Ну а ты куда мне здесь? И где тут секретка? Да, показывает, что она здесь. А, все, врубился. Там оно в дереве. Ауч. Окей, отхилиться. Хотя ладно, не буду сферу использовать. По факту я сюда и так мог зайти. Типа я здесь умираю? А если я вот не верю? А, нет, да, я тут все-таки умираю. Окей-доки. Тогда летим наверх. Понимаем. Ты ж ё-моё. Да, с этим нужно научиться и... тайминги ловить. Но без этого тут никак. А, мне только туда. Ну ладно. Вот загрузка миру. Конец был уже близок. И все пути вели к Иве духов. Ивовый тупик. Да, здесь ошибки нельзя допускать. Ну окей, давайте смотреть, что можно сделать. Нихера она дамажит. Чё так сильно? Чё так сильно? Мать.
Я вас понял. Я вас понял. Ага. Все, могу я тут просто засесть, да и все. Могу. И я все равно получаю урон от этой херни. Мне хотя бы везет то, что у меня этот есть. Хилочка здесь. Всего таких 6. Нихерово. Это вам не хухры-мухры. С другой стороны получается. Ну, вы понимаете, это жестко. В плане того, сколько эта херь наносит тебе. Зато я руду нашел. Благодаря... И этому спасибо, что я мог хотя бы хилиться. Так, это куда меня отправит? Куда-то туда. А еще можно? Ладно, я карту куплю. Вот мы и здесь, под корневой великой ивы. Что когда-то вдохновило в этой край жизнь? Я ведь не знал, Ори. Не знал, что упадок добрался до самого сердца Нивена. А теперь вижу. Ток не зря волновался. Обычно я дарю не так. Обычно я даром не работаю, но раз такое дело, на этот раз отдам карту бесплатно. Благодарю. Давай как раз посмотрим, что по карте у нас здесь. Ох ты ж, ё-моё. Так, давайте сразу на ту сторону. Е-е-е-е. Главное споймать в этот момент, когда лазер не будет стрелять. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
У меня какая-то замедленная реакция на самом деле. Ну хотя бы мне дали хилки. Как же здесь дохера ловушек. Я еще и надамажился. Найс! Как круто. Знаете, здесь этих колючек 6, в принципе, как и в... А, здесь даже не показывают, сколько их тут. Хотя, подожди. Те... 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, их 8. Ну да, в принципе, как и в оригинале. Прикольно. А. Я понял. Ячейка жизни. Теперь, я думаю, можно отправляться. Так, отсюда я куда могу пойти? Давайте на сейф. Потому что я думаю, лучше пускай у меня будет фулл мана. Хотя я мог бы по камню залезть наверх. Это я сюда, да, путь открыл? Сразу отхилились. Я вас понял. Говнюк. Ну ты и говнюк. Так, здесь я пропустил, ладно. Пуляй быстрее. Ой, не ту нажал. Ау. А не, я все-таки корни уничтожаю. Все-таки я уничтожаю корни. Спасибо, что обманули меня.
Бац. Бац. Так, здесь лучше вниз, да, мне лучше спуститься. Сразу за той. Вот сюда я забыл пойти. Оп, тихо. Как обычно, да? Телепорт куда? Вниз. Бац. А-а-а. Вы думаете, так просто? Хотя да, это просто. Запорол. Ну блин, а! Почему я туплю? Почему я не вижу этой стены? Так, все, короче, ломаем две левые и вверх. А, подожди, я тут не могу пройти? Ладно, не суть. Не суть важно. Я там пройти не могу, да. Да, куда я залетел? Я просто не понимаю, куда мне идти. Ставимся. Камень. Упадок не дает нам пройти. Ори, путь к Иви духа закрыт. На карте появляется искажение.
Ну так я уже сердца, считайте, некоторые сломал. О! А если бы убило? А если бы убило? А если бы убило, было бы плохо. Да ладно, босс. Так, стопэ, 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 стопэ. Вот. Бат. Ну, он легенький. О, зря ты так гуляешь, дурень. Долго покажет. Так, осталось у нас получается два сердца. Готово. Так, теперь на нижнее сердечко. Сокращение пути делаем. Что здесь? Угу. Ну не так сильно дамажит. Поэтому не вижу смысла. Хотя я туда могу сразу попасть, наверное, да? А, нет, я пойду за камешком. Не, надо отсейвиться. Я не понял, куда мне идти. Я не понял, куда мне прыгать. Класс. Ох, ладно, могу отсейвиться.
А, тут с парашютом можно. Да ёлки-палки. Ну, я сначала заберу камень. Да-да-да. Да, эта серия будет подольше остальных. Ну, где-то на 50 закончится, плюс я, как обычно, 10 минут буду говорить о игре. Не понял, в смысле, еще два корня осталось? Точно, я же сюда не пошел. Или куда я там не пошел? Через боль, через боль. Нормально. Сойдет. А их тогда тут боль. А, не, или 8. Так, одна осталась верхняя у нас. Так, здесь нам открыли путь. Поэтому я могу подбежать и сохраниться. Не-не-не, тихо-тихо. Так, я правильно понимаю, мне сюда. Так, а теперь отсюда наверх. Ага, у меня есть одна попытка. Готово. А теперь осталось отсюда только вернуться. Ну все, это у нас финал. И куда мне идти?
А, дерево. Ничего не вижу. Игра, харе вылетать. Финал. Получилось, Ори. Вот оно, Ива Духов. В этот край вернется цвет. Все беды исчезнут. Храброе дитя. То, что было сломлено, снова цело. Сейр возродился. Видишь, у моих ветвей собираются их воспоминания. Как же долго духи ждали этого дня. Вот бы снова нести этот цвет, но он больше не мой. Мое время пришло и ушло. Грядет новая эра. Что ж, дитя, этот цвет теперь твой. Чтобы взять его, нужно расти. Если хочешь спасти остальных, оставь прежнюю жизнь позади. Слейся с Сейром. Пусть свет озарит тебя. Береги эти земли, как берегла их я. Плохое предчувствие, плохое предчувствие, плохое предчувствие. По сути, я хотел как раз проверить вот эту херь. Подожди, как ее поставить? Так, дальше, 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 дальше. Пускай будет на... Как и стоит, да. Дальше мне нужно поменять. Так, тут стоит правильно, все хорошо. Ты не дашь мне целиться? Бац! 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 Серьезно, мне просто бежать теперь?
Бац. Тихо. Сейф, 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 сейф. Сейф, 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 сейф. Полет. Готово. Сейвимся, 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 сейвимся. А, серьезно? Я должен теперь по этим прыгать? А, да ладно. Ну ладно, хотя бы со второй фазы, и то радует. Фух. Но последняя битва была такая себе. Сколько там, 3 фазы было? Мы всегда будем помнить закат. Где надежда померкла во тьме. Где был кто-то тенью объят.
Время пришло, Ори. И волшебного света лучи оказали мне путь невзначай. Путь из тьмы, где меня звали Ори. Огоньки, что блуждали в ночи. А заметьте, что на дереве вырезаны фигурки тех, кого он любил. Жизнь вдохнула в изученный край, а измученный. Ну что, ребят, что можно сказать об игре? Если сравнивать с первой части, то она, конечно же, проигрывает. В плане того, что в первой там главное был сюжет, да, то есть сюжет. Здесь, да, тоже сюжет хороший, но он затянутый. Финал сильный. И момент, когда типа показывали, как совенок родился каменный. Вот это два момента, да, были такие жесткие. Но финал, да, жесткий. Да. Что можно сказать? Да, в игре появились боссы, очень большие локации. Если сравнивать с первой же частью, да, то в первой части локация была маленькая, ну, типа, мало изучаемых таких площадок. Здесь же ты просто их до хера много секретов.
сюда же добавили в механику, как в Hollow Knight, это... Если в Hollow Knight были жетоны, да, то есть медальоны, или как они там назывались, то здесь же у нас осколки. А также можно отметить здесь это большое количество оружия, да, которое мы можем вообще использовать в бою. Ну, в нашем случае это было просто дубинка. Можно отметить квесты, которые, да, добавили в игру, которые дополнительные, так сказать. Красивые были довольно места. Это взять уже цветущий лес Сакуры, да. Довольно так сильно мне отметилось. Можно также отметить, ну, то же самое, что и в первой части, не такое большое количество врагов, просто разнообразие. Но здесь добавили другие механики, то есть это подкоп, да, типа плавание в воде, ну, то есть способности более развили. Также есть способности, которые секретные, то есть, чтобы их добыть, тебе нужно что-то сделать. То же самое, допустим, как мы вырастили семечко. То же самое, что мы с вами взяли музыкальный, да, вот эту фиговинку. Также нам показали много других механик, то же самое, что с тьмой, то есть такого не было. Да, здесь вернули беготню, но с первого раза беготню, можно сказать, ты не пройдешь, то есть враги в основном тебе догонали. По музыке вопросов нету, в принципе, есть прикольная музыка, есть из первой же части. Довольно запутанный сюжетик, да, можно отметить. Это было «Ты мне, я тебе». То есть мы нашли с вами карту, которая открывает все, на которую мы даже можем деньги тратить. Также можно, да, отдельно отметить это прокачку тех же самых осколков, которые мы находим, и прокачку способностей. Еще можно, наверное, отметить это то, что, скорее всего, это финальная серия, но нам намекнули, типа, что из листик появился новый цвет, да, то есть новый Ори. И он улетел. Но нам также... Ну, это, скорее всего, закончилась история Ори. Да, можно отметить тот факт, что нам не, вообще не рассказывали, кто это рассказывает, и вообще о чем. Оказывается, голос это самого Ори, этого зверька. Также еще можно взять тоже фигню, которую они взяли с Hollow Knight, это с картами. То есть, если там мы покупали, если не ошибаюсь, у гусеницы, да, карты... То есть здесь нет, не гусенички. Или гусеница. Там тоже был NPC, которого можно было за души покупать карты. И здесь та же механика. В принципе, мне понравилось. Но единственное, что могу в минус отправить, это оптимизация. В плане того, что при входе или выходе из какой-то локации у тебя начинается подвылеты. Также можно сказать за медленную прорисовку игры, да, то есть у нас игра сразу не прорисовывалась, то есть нужно было время. Ну а так, надеюсь, выйдет когда-то или наподобие такой игры. Мне нравятся roguelike игры с сюжетом, где сюжет, большой красивый мир. Из таких игр это Ori, я могу уже добавить. Это у нас Hollow Knight. Hollow Knight на первом месте, я считаю, пока что по roguelike играм. А больше в таких roguelike'ов я не помню, которые мы играли. Ну, был там Cats, да, про кота. Не, именно так roguelike'ов мы много прошли. Но дело в том, что я говорю, которые запомнились. То есть, которые именно по большому количеству именно вот серии вышло. И по сюжету. Ну а так, ребят, можно, в принципе, на этом закончить. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до следующих игр. Всем пока.